Вы знаете, когда стали проверять Макдональдс, я считаю, что здесь нет никакой политической подоплеки. Здесь просто к этому отнеслись серьезно и стали проверять те продукты, которые туда входят. Или виновата Америка, или уже наши те предприятия, которые с ней сотрудничают, стали давать некачественную продукцию. И поэтому я считаю, что для нашего населения, для наших женщин и детей особенно, этот продукт вреден. Потому что действительно в нем нет того хорошего, что должно быть в бутербродах.